Мы находимся сейчас в экотехнопарке возле первой анкерной опоры жесткой линии номер один. Жесткая в данном случае подразумевается подвижность под нагрузками, то, что она прогибается в пределах 5-7 мм. Такая точность необходима для мягкой, комфортной отработки подвески во время движения, особенно на высоких скоростях. Чем выше скорость, тем быстрее скорость срабатывания подвески. Соответственно, если жесткая линия прогибается от промежуточных опор в центре, и, соответственно, чем быстрее скорость, тем быстрее должна отрабатывать подвеска. И, соответственно, чем меньше ход подвески, динамический в данном случае, тем дешевле будет сама подвеска, тем комфортнее будет перемещаться транспортное средство и, соответственно, пассажиру в данном транспорте. Целесообразно размещать путевую структуру, особенно высокоскоростную, как можно выше над землей, в зоне второго уровня, где нет пересечения с горизонтальными объектами на поверхности земли, такими как дороги, такими как путепроводы и тротуары для перемещения людей и пассажиров. Трасса SkyWay уникальна в том, что имеет минимальную материалоемкость, поэтому, соответственно, и трудозатраты на ее изготовление будут в десятки раз ниже, чем у любой железной дороги или автомобильной дороги, спроектируемой и эксплуатируемой на сегодняшний день. Сама линия, она проектировалась и строилась в логике конструктивного минимализма. Здесь ничего лишнего нету, каждый элемент на своем месте. Как говорится, минимум, но достаточно. Использованы стандартные применяемые стали в качестве несущих элементов, стандартные продаваемые троса в качестве наполнителя бетон. Проектируя и строя линию, которую мы видим у нас за спиной, мы планировали ее общей длиной 17 километров, то есть достраивать еще 16 километров. Но в процессе согласования с землевыделением мы столкнулись, что на пути у нас стоят охраняемые болота. И, соответственно, пришлось нам прекратить строительство в данном направлении. И сейчас мы прорабатываем высокоскоростную трассу ближе к дороге Р-68, общей длиной порядка 22 километров, где мы сможем и развить скорости до 500 километров в час. На данной жесткой трассе отрабатываются сейчас как высокоскоростные, так и городские транспортные средства юнибусы. Высокоскоростные отрабатываются на верхних поясах, городские монорельсовые и бирельсовые на нижних поясах. Но скорости на данной путевой структуре ограничены в связи с ограничением ее длины. Основная идея – это объединение городов, объединение стран, континентов, чтобы люди перестали мыслить расстояниями, не говорить там от Минска до Москвы 800 километров, а сказали: «Да, тут полтора-два часа, быстро доедем».